Ты не видишь? Глаза нету? Привет, меня зовут Максим, и я хочу рассказать об очередном беспределе, произошедшем в самом центре Москвы. 7 марта 2017 года, примерно в 16:30, я двигался по улице Старой Басманной из центра в сторону области. На одном из светофоров автомобиль с левого ряда пытался перестроиться передо мной, но у меня не было возможности оттормозиться, и я поехал в прямом направлении. После чего он начал гудеть и догонять меня, преследовать. Через два светофора я был вынужден остановиться на этом светофоре. Передо мной находились автомобили. Он подрезал меня, выскочил из автомобиля и начал наносить удары по моей машине. Чё? Ты не видишь? Глаза нету? А ты что делаешь? А ты что делаешь? А ты что делаешь? Добрый день, на меня вот напали. Старая Басманная 36, бьют в стекла, заблокировался в автомобиле после ДТП. Дом 36, вот агрессивно ведет водитель. Да, 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 на меня нападает второй водитель. Да, 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 вот слышите сейчас? Не вижу, 123 регион, черная какая-то. Марку не вижу, черный автомобиль, но он на месте стоит. Вот ходит, бьет по моей машине, всю машину мне разбил. Да, да. После этого я постарался избежать конфликта и уехать с места происшествия. Начал сдавать назад, и после очередного удара я испугался, у меня слетела нога со сцепления, и я совершил столкновение с его автомобилем. После чего человек просто сошел с ума, он начал громить машину по всему кругу, отрывать дворники, наносить удары по кузову руками и ногами, пытаться разбить мое стекло, моей двери левой. Бил с такой силой, что разбил себе руки в кровь, искалечил весь автомобиль, ругался матом, угрожал, пытался отогнать свидетелей. Также нецензурно выражался в их сторону. Было очень много свидетелей, очень много людей это видели.
вот он бьет мне по машине. Не бей по машине! Не бей! А ты видел, что ты сделал? Ты видел, что ты сделал? Зачем ты бил по машине? Я бы не стал бить! После всего я насчитал более 20 повреждений кузова и стекол. Вмятины были нанесены ногами и руками. Царапины рукой, на которой находилось кольцо. После звонка в полицию усмирять Буяна приехало аж два экипажа ППС через 12-15 минут. Но даже в присутствии четырех полицейских и множества свидетелей Буян на «Шевроле» все равно пытался нанести удары моему автомобилю и также вытащить меня, чтобы разобраться с глазу на глаз или один на один, как он говорил. Продолжал оскорблять и угрожать. Несмотря на то, что наши автомобили столкнулись и получили повреждения, приехавший наряд ДПС сказал, что это не их дело и это не ДТП, и уехали. Когда нас доставили в УВД «Басманная», водителю «Шевроле» провели тест на алкоголь. Как мне сказали, он был трезв, но результатов я не видел. Нападавшего опрашивали больше 40 минут, после чего, когда он вышел, он просил номер телефона, чтобы потом встретиться и разобраться. И серии «Что ты как не мужик, давай один на один». После чего к следователю пригласили меня. Следователь попросил рассказать, как все было, и записывал с моих слов. Моему заявлению присвоен номер QSP-7907. Сегодня, 12 марта, меня вызывал к себе участковый и сказал, что я должен принести ему справку о доходах 2 НДФЛ и результаты независимой экспертизы, оценки ущерба автомобиля. Как вы думаете, для чего нужна справка 2 НДФЛ? Потому что, как заявил участковый, если мой доход превышает ущерб, то это незначительно для меня, и дело возбуждаться не будет. То есть получается, если, например, зарплата депутата Госдумы 450 тысяч рублей в месяц, и ему нанесут ущерб менее его месячного дохода, то этот ущерб будет являться незначительным, и уголовного дела не возбудят? Так получается, господин участковый? Я не ожидал, что такое может произойти со мной днем в центре Москвы. От этого никто не застрахован. Благодарю всех свидетелей за поддержку, за показания. Надеюсь, что благодаря и вашим показаниям беспредельщик понесет заслуженное наказание.